Так, делишки-ребятюшки, с вами снова Эдисон, и у меня сразу со старта к вам будет такой вопрос. Я всю ночь не спал и всю ночь думал, кто же сильнее? Пластилиновые человечки или желейные человечки? И я так и не понял, кто же на самом деле сильнее. Поэтому я так решил сегодня записать ролик и спросить у вас, кто же сильнее, по вашему мнению. Если вы думаете то, что желейные человечки сильнее, значит поставьте лайкусик. А если вы думаете то, что пластилиновые человечки сильнее, значит поставьте лайкусик и напишите в комментариях то, что вы думаете, что пластилиновые человечки сильнее. Мне просто нужно знать, кто же. Кто же правит миром? Кто же правит ютубом? Желейные или пластилиновые майнкрафтеры? Все, ребята, зависит только и только и только от вас, поэтому вся надежда только на вас. А я вам, ребята, предлагаю также поставить огромный палец вверх за эту серию. И если мы наберем много лайков, то мы все же выясним, кто лучше, желейные или пластилиновые майнкрафтеры. В общем, не будем тянуть кота за причиндалы его, да, а сразу будем начинать, поэтому погнали! Рокер, Эдуардо Пересьяно, который более известен под кличкой показывал писюн. Ничего я не показывал. Ничего я не показывал. Правила этой игры простые, как бы, да, Эдисон, ты просто следуй за нами, и мы тебя все... Хорошо. Видишь вот это вот пицца, да? Да, это мне, пацаны, я жрать дико хочу, дайте мне пожрать. Обсуждать, кто изобрел пиццу. Поклади ее, что можно? А ты забери, а? Смысл игры в чем? Смысл жизни, братан, знаешь в чем? В чем? Монументы. Собираем монументы, пойдем. Не монументы, а соски. Они похожи на соски. Сам ты соска. Побежали, пацаны. Что ж надо? Давайте влево, давайте вот сюда. Давайте. Пацаны, мы сейчас, они там, когда бегали, нашли одно место, которое мы в прошлый раз не видели. А вы раз... Welcome to the arena. Сражайтесь с друзьями, пацаны. Ого-го, вот это самое. Арена. Воу. А что вы всякие крутые оружия взяли? Я буду деревянный мини, да, брать? Да ты же слышь, паскуда! Поставь на место это все. Так. Подождите, пацаны, это еще не арена. Вот идите вот сюда, давайте сюда. Вот арена. Успокойтесь. Ай-ай! В смысле, это что, сплив какой-то? Не могу понять, в смысле, я провалился. Тинтеран, блин, я не знаю. Что происходит? Происходит? Да хватит! Хватит, я уже два раза покупался! Нет, обратите внимание, блоки внизу, снизу исчезнут, если на них остановиться. Стойте на перчатке влево, чтобы перезагрузить их. Не надо никуда остановиться. Я сейчас перезагружу. Да пошел в сраку, в сраку! Псих! Я ухожу от вас, пацаны, пока. Да, хорошо, мне кажется, это... Соски, пошли искать. Соски? Пойдемте за мной, Я что-то не знаю, какие соски. Пацаны, что это? Карусель! Карусель! Ай! Эдисон, давай без рук. Положи это на пол, положи! Карусель! На! У меня экран почернел, Эдисон! Карусель! Прикинь, ловушки какие-то, смотрите. Пацаны, куда нам надо? Объясните мне, что это за игра? Короче, это мы желейные. Мы желейные, ну хорошо. Это достаточно для того, чтобы играть, понимаешь? Подождите, я предлагаю пойти в то место, которое мы нашли тогда с Эдисоном. Там какое-то кладбище. Стойте, пацаны, да. Давайте не драться, потому что хорошо. Они начнут умирать. Хорошо, пошли. Так, какое кладбище? Да Эдисон оставил меня, дебил. Я тебя даже не трогаю. Ну я знаю, бежит в молотков. Подождите меня! Давай же! Да я тебя не... Дебил! Я тебя даже не трогал! Я тебя забоялся просто! Эти майнкрафтеры, конечно, ненормальные какие-то. Забоялся. А ты кто? А я собака. Ага, понятно. Или собачка, я покажу. Ты пёс, а не собака, шляпа усатая. Не надо никакую собачку!
Убери это из рук, не забери. Подожди, ну можно объяснить? Кладбище. Да, вот смотри, короче, Игорь, ты сейчас идешь прямо, понимаешь, прямо идешь. Да, да. Прям идешь. Тоже сейчас налево, короче, сворачивай. Я помню петухов. Жека, а чё это за хрень вот тут за деревом? А ну развернись. Где? Смотри. Где, чё? Да, назад чуть-чуть пройди. Какая? Это сундук какой-то. Да! Эдисон! Эдисон, пойдем, я петухов покажу, Эдисон, пойдем. Подожди. Какие петухов, подожди. Да подожди, Эдисон, он должен петухов. Ну я должен, да, их увидеть. Да. Чувствую, мы никогда не пройдем. Игорь! Пойдем петуха взорвем. Игорь, забери это нахрен, Игорь! Отстань от меня. Что делать? Ты ван, дебил, собака! Я не могу их! Дебил! Неси петуха, побежали! На кладбище! Хороните его нахрен! Ладно, окей, допустим, так и должно быть. Кладбище, оно было вот слева от лабиринта. А, да? Да. Мы что-то не знали, да? Пойдем. Да, но мы с Эдисоном узнали. Пусти петуха, бедный. Ему хорошо. Поклади его, дебил. Не трогай петуха. Мой петух, я его первый взял. Там еще это мой, я к этому привык уже. У меня побольше будет. Так, подождите, мы петухов идем на кладбище, да, или да. Что? Да, все верно. Подождите, а там еще один петух был, там где большой петух, там сверху еще один маленький был. Да похуй. Я сейчас не хочу вызрать. Ну, Игорь, ну хватит! Мой петух. Пацаны, привидения! Какие привидения? Вот, он отпадает на меня! Нифига себе. На, собака! Желейное привидение. Берите меч. Я убил. Берите его! А, все, я убил. В чем вообще? Мечом, короче. Мечом! А может их реально нужно всех убить, типа, и тогда... Пацаны, помогайте! На, собака. Короче, я... Блин, я умер. Короче, я понимаю, смысл в том, что нужно всех убить на моменте, вот это дело появится, вам нужно... Пацаны, бейте, всех бейте! Давайте! А сколько? Капец, еще раз! Так, я что-то не понимаю, на самом деле, что тут такие... Смотрите, здесь есть такой белый монумент, я уверен, что на... Нам должна появиться соска, когда мы всех убьем. Ладно, заказываем сосок. Да в смысле, ёпер СТ? Нужно добиться соску. Да, соска. Ёханый бабай! О, большой, король, пацаны. Где? Ага. Вот, здесь меняется. Да, я убил короля, короче, убил короля привидений. Здесь кто-нибудь есть? О! Все, пацаны, все! Ура! Моё! Все, не сам монумент. Дебил. Ты проклят, ты. Все, не деритесь, пожалуйста, я вас умоляю, ребята, хватит. Ладно, неси. Мы так опять просрём монумент, заново придется бежать. Ну я ж попросил. Я первый взял это. Я первый взял. Я убил короля, понимаешь, иди по Дебил. Мы так это слышали. Подождите, я еще видел возле лабиринта еще один белый монумент. Мне кажется, там тоже что-то нужно сделать. Вот здесь, видите? Возле мельницы. Да, возле мельницы. Пока не беги до монумента, может мы еще пока какой-нибудь момент. Ну давайте, соску. Так, ну посмотри. А что здесь нужно делать? Смотри, здесь загон. Может быть сюда как раз таки нужно куриц занести. Петухов несем, пацаны, несите оттуда петуха, я понесу другого. Пацаны, мне надо от хренотень отнести. А ты можешь пока, ну, можешь отнести или положи поставить тут пока. Положи ее здесь. Несите, идите за петухами, я сейчас еще одного принесу. Пойдем, Эдисон, за петухом. Ты думаешь, нам нужны эти два петуха? Я на самом деле не знаю вообще, нужно ли это делать, но окей. Мы попробуем. Ща я возьму этого петуха. А сколько их там, трое? Ну, по идее, да. Я одного принес, вы сейчас двоих несете. Курочка. Вот и жирного петуха. Это мой! Жека, ты моего стыбзил. Ой, извини. Мы просто останавливаемся. Пацаны! Я похож! Нет, не похож. И? Хотя даже нет, очень даже похож. И шо? А может есть еще? Может есть еще? Походу, ребята, есть еще петухи. Вообще, короче, типа перед каждым испытанием должна быть табличка, где что-то написано. Не взрывай петухов, дебил! Ну подожди, с призраками такого не было. Да они бессмертные. Окей, предлагаю пойти тогда дальше и искать, может, если еще петухов найдем, то поставим. Кто взял кубочек? Отдай! Подожди! Там город есть! Ооо!
Ебой! Нормально, нормально. Пошли в город, пацаны. А что это такое? Встань на переключатель с этим знаком, чтобы перезапустить остров трофеев. Это вернет все трофеи на их... Не-не-не-не-не! Дебил! Ух, я не успел. Спасибо, ребята. Придурок, а, придурок. У меня сердце не остановилось. Ты что, всех пугаешь, Игорь? Подожди. Да, давайте, короче, берем машины. Можешь пинок, чтобы попасть внутрь. Каждый берете по машине, и по машине и давайте потихоньку. Мне Ламборгини, пожалуйста. А как назад ехать? Да реально. Подожди, Пипа. Подожди, а как мне... Так, я чё? Как сесть тарантайку? На пинок. В смысле? На пинок. На! Да собак! Да! Yes! Отлично, ещё на хрена на самом деле осталось. Да, зашибись. А дальше что? Давайте мы реально эти колечки сделаем. Да дебил! Да ты сам под колеса залез! Пацаны, я нашел что-то, я нашел. Ага, шо? Я нашел какую-то светящуюся штуку. Я ее беру. Какую? Я застрял. Пацаны, я застрял. Да. Это хорошо, это прекрасно. Подожди, вы видите, тут на каждом доме спрятаны такие светящиеся штуки. Я одну собрал. Я нашел тоже какую-то хрень светящуюся в парке. Пацаны, я короче гонку начал. В смысле 13 секунд? Ты что? Я гонку начал какую-то случайно. Какую гонку? Ир, ты дурак? Я стритрейсер. Ты что, дебил? Так, пацаны, здесь есть гонка. Эй, видишь, что-то штуку на да, 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 да. Я такую одну собрал. Пацаны, я сейчас выиграю монумент один. Да? Я гонку прохожу. Ой, утонул. Нет, нет, нет! Подожди, быстрее. Что делать, что делать? Быстрее. Ебай! Так. Тут на самом деле стурачек колечек много, капец. Берите тачки, поехали гонку проходить. Какая гонка? Где гонка вообще, Игорь? Давай за мной, пацаны, за мной. А ты где? Пацаны, подождите меня. А ты где, Игорь? Я вот, гелик иду брать гелик. Я вижу, что Игорь, подожди. Привет! Привет, поехали, Эдисон. Поехали, подожди, сложно управлять тарантайкой. Ай-яй-яй, врезался. Куда, Игорь, так, куда? Так, Эдисон, сюда перепрыгай, поехали. Вот старт. Подождите, надо сядь, чтобы... Подождите, я в водичку немного залез. Давай, так, давайте. Давайте, поехали. Ты дебил, он нечестный. В смысле я развернулся? Чё за хрень? Я тоже развернулся как-то. Посмотри, это машина какая-то неуправляемая. У нас 5 секунд, 3, 2, 1, я успею. Я успел. Да? Нет, не успел. Если что, если мы по-любому зафейлимся, поэтому заново начинать. Так, пацаны, трамплин. 30 секунд. Игорь, я тебя страхую, если ты умрешь, то я тебя... Пацаны, я ненавижу эту машину, честно вам скажу. Офигеть, ее заносит, я просто чуть-чуть нажимаю направо, налево. Да, тут надо прям милиписечка. Милипиздрично. Да здесь просто управление, я говорю, для консоли. Так, пацаны, еще один взял чекпоинт. Нормально. Я опять взорвался, да ёшкин кот, маналы и ваши гонки эти. Вода. Все, ты прошел, походу, да? Я уже в городе почти, да, я круг уже сделал, но там еще надо... Я еду, я прям за тобой еду, Игорь. Эдисон, ты можешь прям в город приехать, тут там, типа, встретить. Я в городе. Ты контрольную точку пропустил, по-моему, или нет? Нет. Ебой, я прошел, а что дала? Что делать? Вот, монумент! Где? Я закончил мой монумент, Эдисон. Честно, я прошел гонку. Ой, где? Это все, падла. А ну, иди сюда, говно, жопа, монумент. А где он? Ага, смотрите, машинка. Так, ну хватит драться, это пипец. А что такие, что не нравится? Ну блин, так этот рокер слишком злой. Давайте мы дособираем колечки, мне кажется, тут тоже что-то будет. Вот здесь Эдисон красный вроде, или это черный? Это черный, мне кажется. А черный? Окей. Давайте с петухами разберемся. А что мы с петухами можем взять, если мы пока их не... Стоп, я вижу одного петуха! За ним! Я двух вижу! Берем! Пацаны, два петуха! Вперед! Один синий, другой зеленый! В атаку на петухов! Синий, другой зеленый, это ж говно!
Ах, ты ж падла. Только Финкебат, Финкебат, только сейчас доперло, да? Да, да, да. Давай, Игорь, тащи, тащи, Игорь. Да, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Я надеюсь, что это последнее. Мне кажется, нет. Кия! Опа! Да! Соска! Ебой, петушачья соска, пацаны, нормально? Мы... это наша цыпочка, Эдисон, наша цыпочка. Хорошо. Наша сосочка такая, да. Ох, ты ж падла! Уже так бежал прям смачно, нужно было шлёпнуть, давай. Пацаны, а сколько там еще осталось? Еще два? Эй, я отбежал же. Это вместе. Один, два, три, четыре осталось! Так, мне кажется, что можно собрать еще один и на этом закончить. Ну пошлите, пошлите, только быстро! И куда? Ебой, ебой, ебой. Как узнать, сколько колечек? Пацаны, пацаны, я вижу еще два колечка, которые нужно забабахать. Так, тикет, три. Короче. Я не могу найти гелик. Покажите мне гелик. Пацаны, надо три колечка, понимаете? Я вижу гелик. Да, ой, да, я вижу светящуюся... Два колечка, я уже одно забабахал, нормально. Пацаны, я нашел светящуюся монету. Да, собирай, собирай ее. Объясни. Задом машина ездит быстрее, пацаны. Я сомневаюсь. Я сомневаюсь в этом. Не, я серьезно. Она реально едет быстрее, но ты запрыгнуть не сможешь, она тебе перевернется нахрен. Давайте! Да! Молодцы! Опять, братан! Так, теперь магазин. Я еще одно шандарахнул, нормально, еще одно осталось. Да, все, остался только магазин. Задымилось. Эй, Игорь, подожди, не сбей меня, пожалуйста. Все, отлично. Да что за хрень? Да как? Пацаны, вызывайте эвакуатор, пожалуйста. Я пошел, не понимаю, я с меньшей скоростью и как-то почти долетел, а сейчас сильно разогнался и не долетел. А, ой, пацаны, у меня проблем. Пацаны. Мне кажется, нужно искать новый гель. У меня проблем. Ну хорошо. Подожди, у меня сейчас будет трюк, я задом туда запрыгну. Ебой! Я перелетел, пацаны! Ты перелетел, реально задом! Задом? Да! Он реально задом запрыгнул. Пацаны! Офигеть, ты Шумахер, я так сказал. С ума сошли! Задом ездит быстрее. Сейчас бы задом на машине кататься. Давай, Игорь. Да чё за хрень, почему она так разворачивается? О! Нет, да блин, опять! Куда я уехал? Я перелетел, пацаны. Опять. Хыя! Да ёпэрэсэтэ, ну почти, ну... Не, Десан, реально нужно задом. Сумасшедший. Опа! Да! Я, короче, выпрыгнул сразу и монетку забираю, пацаны. Давай. Всё, мне кажется, уже там появилось. Ебой! Вот я перелетел! Ебой! Так, пошлите собирать монумент. Так, мне нужен гелик. Подождите, а что, монумент это появился? Это мой. Ну, наверное. Да, он появился! Появился! Реально. Пацаны, да. мы прям супер Team Dream, понимаете? Тут реально какая-то прям соцри. Team Dream. Ебой, соцри! Ебой, давай! Подожди, надо Игоря подождать, Ну не бей! Подождите меня! Я тебя хоть пальцем коснулся? Ты просто... Нет, я просто бежал, ты резко развернулся, ты мне в нос запиндюрил и все. Да? Да. Сексуальная украинская девушка. То есть смотрите, еще один монумент. Еще один монумент в городе, а где остальные? А вот где-то, вот где-то. Сколько всего осталось? Осталось еще три. Три. Да. То есть два осталось где-то. Одна вот эта хрень, которая на зданиях, кристаллики. Почему три, четыре? Четыре. Вот да, это проблема. Дорогие друзья, надеюсь, то, что вам эта серия понравилась, и все-таки поддержите нас лайками, да? Да, обязательно нужно ставить лайки. Да. А еще нужно подписываться на все наши три канала, которые есть. Да. Естественно. Давайте реально наберем лайки, если хотите продолжение. Будет много лайков, будет много серий. Спасибо, что освободили мой трон. И спасибо за просмотр. Пишите комментарии, интересно. Да. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем до свидания. Пока.